Всем привет, Рас, я как всегда Влад, и на моем канале. Сегодня мы проходим квесты Stick for Legacy. Ничего новенького нету. Я уже было 35 прокачек изначально. Уже что-то подозрительно. Почему не прокачу капитана? Думаю, хоть раз его можно прокачать. Пару челиков нам дали. А что у них такое там? Что? А, с самого начала игры большой капитан. О! Гигантик! Мини-гигантик. Максимум 100 человек. Уже очень подозрительно. Максимум 100 человек. У нас мечники сами призываются. Поэтому я в мата призывала. Гигантик. Давай рискнем, что ли. Гигантик. Гигантик. Ай. Ай-ай. Бим-бам. Бам. 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 В смысле, там какой-то принц уже вышел. Так вот уже принц. Там еще один вышел? Или это у нас вышел? Пару челиков нам дали. Оп. А. А. Надо их принца грохнуть. Все, мы основное дело сделали. Работа киллером, блин. Как я понял, у нас удваиваются челики. Потому что два мага уже. Гигантики. Оп. Пам. А потом зомби. И зомби выходит. Так без зомби. Почему-то немного кренит звука. Больше капитона. И рудокопа. В смысле, как тут попал? Подожди, он там какой-то принц выходил? Это у нас или? Ну точно не у нас, потому что у нас ничего нет. Вместо меня призываются челики, разработчики играют вместе со мной. Давай, гиганта призови, разработчик. Разбратчик. Подожди. Просто там не было кнопок, надо. Вот теперь есть. Я уже подумал, я вот этот маг. А не вот этот. Тот маг. Тот, который ряд. Да, вот этот маг. И начал уходить этим, типа, почему он не трогается. А тут я другим магом. Еще лучника. Еще капитана. Ну как бы при разработчике игру не надо богать, если это разработчик. А, он уже мог, ну уже надо призвать. А, я мага бы не успел. Он сам призвал то, что я хотел. Хотя я хотел мага, но не суть.
Я хотела мага, но он сам призвал то, что можно вместо него. Там просто я забыла то, что маг занимает 5 вместо них, 4 и 5 путов. Он сам призвал то, что мне нужно было. О, 105. Он до сих пор призывает. Давай, я больше не могу призвать, у меня лимит. Так, где гигантёнок? Гигантик. А вот гигантик. Е! Бэм! Бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Блин, почему я говорю бам, как будто... Ай, не важно. Ну, просто... Просто... Я не знаю, что как... Мне нет фантазии, как комментировать еще. Поэтому, что мне говорить во время атаки, придумайте сами в комментах. Рекламировать Телеграм, может быть. Бам. Стоп, гигантику не надо умирать. Он еще слишком молодой. Он даже не дорос. Хотя он выглядит капитана, но... Ой, еще челиков дали на удачу. Спасибо за good luck. Подожди, гальванические. Уже гальванические выходят. А, ну мы даже не успели их взять. Ну, у меня тут звука в игре нет. Так, нет лучника. Главное, что мечники есть. Мечники есть. Была бы трагедия. Так, сразу призываем мечника. Ну, золото. Только одна руда. Не, ну эту баррикаду надо сломать. Так, пока атакуем эту. Пока эту башенку атакуем. Они тоже ломят эту башенку. Но мы тут играем only на мечника. Потому что это основная тактика. Ну, я там не делаю чисто мечников. Ну, потому что, во-первых, тут у меня прокачаны в основном only мечники. И во-вторых, так, тактика... Во-вторых, это, ну... Не обязательная тактика для разработчиков, потому что они пофиксят мечников, и смысл моей игры Stick for Legacy упадет вниз. Стонкс будет, грубо говоря. Оп. Я очень сильно бью эту баррикаду. Это Ярик. Ему нужно прокачать свою меткость, чтобы он хоть раз в своей жизни попал в эту баррикаду. Один лайк, а плюс 1% к меткости. Всего нужно набрать 75%, и он будет очень меткий. Это 75 лайков, и это Ярик будет попадать с первого раза. Просто то сейчас он очень меткий, и каждый раз. Но просто сейчас он вообще не попадает. Один лайк равно 1% к меткости. Надо набрать 75%. Больше рудокопов. Хотя кому не надо? Зомби. Зомби апокалипсис. Может паприку сделать так? Хотя не надо. Я просто хотела пыльнуть лучников паприку. Ульнуть вот эти стрелы, которых у меня 20 штук. Атаку. А нет, передумал.
атаку не передумал. Даю вам мало секунд. Гиператака. Да добейте вы этого капитана. Да даже капитан не добили. Хотя, куда мне нам скрываться еще? Тут уже и так. Хотя мы можем тут подохнуть. Смотрим, сколько челиков. Пока подох только один. Пресс F ему в комментах. А мы затащили. Кому роли просто, то лайк, подписывайтесь. Всем пока!